Всем привет! Мы сейчас будем играть в Майнкрафт. Я тут уже не один дома, а ко мне пришла подружечка Полина. Привет! Привет! Вот, ребятки. Короче, мы танцующий попугай. Да, у нас тут попугай, правда, так-то танцуют. Ну, давай выключим пластинку, а то, наверное, они устали. Так, давай я задюпаю. Все. Попугаи пускай отдохнут пока что, а мы пока что... Смотри, Полин, жабы еще охотятся на слизней. Жабы охотятся на слизней. Мне мирно включено. Тебя не мирно включено? Угу. Включи. Так, сейчас. Легко? Да, легко включи. Что вы берете себе жабу? Из яйца создать попугая. Сейчас я легко включу, Никите. Давай, включай. Потому легко. Что я же разведчик этого мира. Да, ты о пиратах, да. Все, да? Ага. Легко я сделала. Вот, вот, просто посмотрите, как жабы охотятся. Давай, все, создавайся. Моим языком. Почему они маленькие только создаются? Потому что легко? Да, включены легко. Чтобы большие создавались, нужно хард включить. Все, молодцы жабы. Смотри на попугайчиков. Они танцуют? Угу. Сейчас я жаб создам. Ой. Вот, Полин, я тебе сейчас передам это яичко. Держи. Яичко жабы? Вот оно валяется. У меня оно есть. А, есть оно. Ну-ка, покажи мне его. Возьми его в руки. Да. Это яичко жабы. Так, давай я сейчас слизня создам. Не в курсе, какой огромный. Нет, мне нужно маленького создать. Маленьких слизней. Ну, давай, жабы, охотитесь. Не, мне сильно лагает, Никит. Так, вообще всех тут надо убить, да? А, я, так я попугай, жаб... попугай же нашу. Так. Я хочу. У нас попугай же там. Всех прям убей. Кроме попугайчиков. А, ошибка. Так, я неправильно приписал. Только попугаев не убивай. Не буду я, не буду. Что ты сделал, что я буду? Они танцуют. Они на попугаев. Все, убиты все жабы. И сейчас... Попугаев нет, не надо. Зачем убивать попугаев? Да я не попугаев убиваю. Я убиваю слизней. Опять не убились, да что ж такое? Ладно, вручную убью. А, хотя нет. Я мирно включу. Мирно включишь? Все равно. Так, я тебе сейчас скажу, когда мирно включать. И опять слизни. Ой. Я уже устал.
Так, нет. Ну-ка, а еще есть? Ну-ка, кил. Есть, звездочка типи равняется слизней. Нет, уже их нету, все. Раз, два, три. Все, у нас медленно. С попугайчиком на плечи возьму. Он пускай ползает. Так, опыт. Давай забери. Так, нет, он никак не заберется, я так как понимаю, да? На руки его. Как мне нет этого на руки? Попугайчика. А, надо с командой сидеть. Надо встать. Все, я на руках. Пускай попугайчики отдохнут. Пускай отдохнут эти попугайчики. А попугайчик у меня на руках танцует. Посмотрю сейчас. Прости, попугайчик, прости. Сидеть. В этой команде сидеть я не могу. Все. Так, будет танцевать? У тебя на плечи тоже танцует. Так, сейчас я этого попугайчика подвину, в принципе. Ну все, Полин, давай прощаться или нет? Еще минут... У меня памяти скоро не будет. Надо прощаться. Жаба! Жаба, откуда ты здесь взялась? Я что-то не понимаю. Я не шла. Ладно, все, давай прощаться. Давай я себе тоже возьму попугайчика. Пожалуй. У меня он на плечи тоже танцует? Да. Он пускай попугайчики отдохнут. Так, все. Ну все, ребятки, нам придется с вами заканчивать. Вот такой вот я Майнкрафт вам показал. Если понравился вам этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Никита, а также Полина. И все, всем удачи и всем пока!